могу не сказать, что позавчера в парламенте провален закон о ворах в законе. Это недопустимая вещь. Речь идет о том, что мы попытались сделать радикальный законодательный акт, согласно которому каждому так называемому коронованному вору в законе не место будет на украинской земле, чтобы они не чувствовали себя комфортно. Целый ряд фракций парламента не поддержали этот закон, выступили против. И мы считаем, что это недопустимая вещь и просим поддержки и у парламентариев, и у общества. Вы же не хотите, чтобы всей криминальной преступностью руководил вор в законе. Сейчас, когда мы арестовываем вора в законе, он смеется нам в лицо, потому что мы вынуждены будем его отпускать через 3 дня. Так не может быть, так не должно быть. Поэтому растет доверие к полиции. Мы хотим больше полномочий на такие рода функции. Это очень важно для нас.